Всем видам борьбы. Вольной и невольной. Борьбы с собой и с миром, за себя и за мир. Во имя, ради, за любовь. Посвящается. Женские мечты о сильном мужском плече, если переложить их на бумагу, в своем объеме и живописании явно превзойдут любой героический эпос. И хотя физически то самое пресловутое мужское плечо можно измерить вполне себе конкретными параметрами, в это понятие каждая женщина вкладывает нечто очень особенное, нечто свое, некое истинное понимание мужской силы. Что такое сила, и мужская, и женская, понимание человека, чьей силой восхищается весь мир, попробуем разобраться сегодня. Сереж, вы очень крутой боец. Я погуглила, и это совершенно очевидно. При этом, как мне показалось, вы делаете шоу. Очень, безусловно, крутое шоу. И я объясню, что я имею в виду. Например, мне кажется, если бы мы с вами вдруг встретились 200 лет назад в деревне, вы совершенно точно были бы президент этой деревни и самый завидный жених на ней же. И от вас бы технически зависела жизнь обитателей этого пространства. Но вот как будто бы в современной такой немножко подушечно-периночной, да, реальности нету такого прикладного применения вашей вот этой недюжей силы, кроме как на ринге, когда это немножко такая инсценированная история. Вы свою силу как-то применяете в быту? Ну, в быту, наверное, больше ты как дисциплина, внутренняя сила, потому что, чтобы быть, мне кажется, там, физически сильным, ты должен пройти определенный путь, где-то ты должен научиться дисциплине. В целом спорт, он сам подразумевает себе, чтобы ты начинал работу над собой. То есть в любом, мне кажется, деле, хоть то спорт и так далее, ты должен трудиться над собой, чтобы чего-то достичь. И самое такое, это надо, скажем так, на себя смотреть, какие-то недостатки, и так с чистого листа понимать, кто ты есть и к чему тебе надо прийти. Поэтому я думаю, что спортсмены, помимо того, что являются спортсменами, ты должен еще думать головой, как дойти до какого-то результата, уровня, и там, чтобы на этом все не закончилось. Конечно же, ты должен мыслить не только в спортивном направлении, в разных направлениях. Ну, говоря о как раз силе, да, как о таком неком, в вашем случае, очень ярком явлении, о вашем понимании сила – это нечто свыше, сила от Бога, или сила от природы, как ну, некая там генетическая, да, история? Или все-таки сила – это то, что человек в себе может вырастить, любой абсолютно человек? Да, я думаю, то, что это терпение, труд, работа над собой в первую очередь. Потому что мы много знаем случаев, когда там разные фотографии, там, братья-близнецы, один говорит, я вот генетически удался, крепкий парень, а другой такой же генетичный, только не занимался там спортом, совсем другой. Поэтому это абсолютно работа над собой. Мне кажется, любой человек, если чего-то захочет и будет к этому идти, он добьется этого рано или поздно. Главное, сильно захотеть этого. Вы упомянули про историю преодоления себя и про то, что вот физическая сила, она помогает вот этой какой-то внутренней, да, силе. В чем этот механизм, если мы с вами попробуем поанализировать, поразбирать, когда условно вот, ну мы все, ну как бы я говорю за девушек, да, были в спортзале, и ну четко есть вот предел, не можешь ты сделать там четвертый подход на пресс, не можешь. Но что-то такое ты себе либо сказала, либо что-то как-то себя уговорила, и в итоге можешь. Вот в вашем случае как работает? А вообще бывает что-то, что вы не можете сделать физически? Да не то, что физически, бывает такой период, что ты сборы, тренировки, у тебя еще там месяц, а ты понимаешь, что ты не можешь идти, тебя прям воротит. Ну, тебе надо, это твоя работа и какие-то цели. Самое главное, мне кажется, это цель. У человека должна присутствовать цель. Если у тебя есть, то ты будешь к ней идти. Если у тебя нет цели, тогда ты будешь откатываться назад. Поэтому самое-самое важное для любого человека, неважно в какой сфере, чтобы у него были цели. Если у тебя они не присутствуют, то ты будешь двигаться вперед. Когда стоишь на гвоздях, размышления о силе, тем более воле, формулируются неожиданно кратко и не всегда благопристойно.
Вся толстовщина и авторская тяга к сложным подчиненным, присыпанным деепричастными, улетучивается вмиг. Наконец-то, вздохнет утомленный зритель. Но вдруг, сквозь нетерпимость, невыносимость, сквозь невозможность проблескивает идея. Просто мысль, внутренний импульс. И там, где не было никаких больше сил терпеть, появляется невероятная сила намерения преодолеть. И, возможно, так рождается сила. Ну вот вы говорите сборы, а тебе прям не хочется. Но есть цель стать номер один. Да. И какие дальше начинают срабатывать истории? Ты просто вспоминаешь про эту цель, и вдруг все меняется, и ты встаешь и идешь? Или ты себя как-то уговариваешь? Ну, начнем в моем случае. Как бы я еще с самого детства, когда там смотрел диски, там, UFC, я знал, что я попаду туда. То есть с годами я там ребятам говорил сейчас, с которыми на связи, они вспоминают, когда я говорил о том, что окажусь там, где сейчас. Вот, и это звучит, ну, как бы так, ух ты. То есть, когда еще в том неосознанном возрасте ты имел действительно цель, и ты к ней пришел. Вот. И я в своем случае думаю, да я такой большой путь проделал для того, чтобы здесь оказаться не просто так. А у меня есть цель, и маленькая какая-то сложность, тяжесть, которую я просто переплюну и дальше буду делать. Угу. То есть, это некое сравнение того величины усилия, которые тебе надо сделать, и того гигантского пути, который ты проделал и работал. Именно на так. Вы заговорили про детство, и у меня двое сыновей, и тоже они вроде очень близки генетически друг к другу, но я вижу, как в одном из них прямо очень ярко расцветает вот эта сила. Вы помните, может быть, какие-то свои там первые такие впечатления, воспоминания, когда вы вот эту силу осознали, и вам, например, захотелось там кого-то защитить, маму, там, брата, собаку? Ну, начнем с того, что я родился в поселке. У нас в то время слабым нельзя было быть. Нужно было быть сильным, отстаивать себя. Потому что, ну, слабым было плохо. И как бы такой естественный отбор. Ты хочешь, не хочешь, тебе надо. Если у тебя есть внутри вот этот вот, скажем, я, его надо отстаивать, и должен быть сильным. Потому что пойдешь туда, и слабый тебе, ты не дойдешь туда. Еще что-то, и ты должен расти. Ну и в целом у нас так как-то было, сейчас я смотрю, такого нету. Улица вот наша, и все вместе водились от мала до старших парней. То есть мы там летом в футбол уйдем, либо плаваем, пока придем, плаваем до того берега, кто последний доплывет, это слабак, и ты должен гребсти за старшими. И ты вот так за лето постоянно за старшими пытаясь угнаться, и ты приходишь и среди ровесников на голову их выше, сильнее, быстрее, и как бы вот так это все росло. И я думаю, что с самого детства все это формировалось, правильные какие-то понятия такие, что там, сказал, надо сделать. Ну, наверное, уличные такие правильные понятия сейчас, может быть, другие. Сейчас время изменилось, но раньше нельзя было так кому-то что-то пообещать и не сделать, потому что, ну, твое мужское слово. И, соответственно, там, не ходи, не жалуйся, еще что-то. Вот такие вот. Но это очень правильные вещи, которые потом в жизни тебе помогают. То, что вы сейчас перечислили, это, конечно же, качества, которые в мужчине невероятно восхищают. И ты именно этого и ищешь. Получается, что этому формированию этих качеств очень способствует физическая нагрузка. Как будто бы одно без другого не живет. Что ты не можешь быть хлюпиком, но пообещал и сделал. И при этом наоборот, да? Если ты сильный, то пообещал и сделал. Ну, конечно, ты же, если будешь просто слова говорить на ветер, тебя же никто не будет воспринимать. Ты раз сказал, два сказал, понимаешь, что ты не выполняешь. Соответственно, за свои слова надо отвечать. И, как правило, надо, чтобы какое-то действие за этим следовало. Соответственно, если ты не можешь это, то ты не можешь говорить об этом, правильно? Ну, вот так. Все взаимосвязано. А вы упомянули про тренировку дисциплины, и немножечко мы с вами поговорили, да, про такую, на мой взгляд, это, не знаю, сила выносливости, сила духа, постановка себя в какие-то невыносимые условия и преодоление этого. Какие-то есть у вас еще методы, как вы эту свою внутреннюю силу, именно силу духа в себе воспитываете, вот эту дисциплину? Простите. Ну, мне кажется, это воспиталось самые первые, ну, как закладываются, на мой взгляд, основные какие-то стержни. Это еще в юнцовском возрасте, когда ты парень, когда ты преодолеваешь себя, тебе что-то страшно, ты боишься. Ну, там, есть круг друзей или там
не знаю, там, ты пообещал, и ты не можешь там свое слово нарушить, потому что на тебя потом посмотрят как-то косо, скажут, слушай, да он не является тем, о ком он говорит, там, да. И вот эта, скажем так, окружающая среда, она на тебя давит, и ты должен следовать тому, что ты говоришь. И вот эти вот первые моменты, когда ты приступаешь через себя, они еще в моем случае были в детстве. И как бы в моем взрослом возрасте я уже как бы с этим легко справлялся, потому что имел опыт в детстве, что надо мужчине переступать постоянно какие-то вещи, где тебе там страшно, не страшно, но ты должен это делать. Как говорится, глаза боятся, руки делают. Если мы говорим про такие вот немножечко, да, детские воспоминания, вы говорите много о тренировке там очень таких правильных качеств, но драки же были в детстве? Ну, раньше это нормальное явление было, да. Как вы сейчас с позиции вашей профессии, вашего уровня, как вы оцениваете? Я просто как мама двух сыновей за это очень переживаю. Это нормально, когда мальчики дерутся? Или нужно как-то все-таки делать так, чтобы этого не происходило? Сейчас время изменилось, я не знаю, как говорить. Раньше, ну, это было по-доброму, что ли. То есть там подрались, руки пожали, потом могли стать лучшими друзьями. Сейчас время чуть изменилось. Сейчас, мне кажется, дети стали более тепличными. Вот как вы говорите, что вы переживаете. Раньше ты на улицу вышел, и вечером тебя загоняют домой, чтобы ты покушал. И, ну, с другой стороны, мы были более такие, что ли, шустрые. Сейчас дети более тепличные, и потом родители удивляются, почему там 18-19 лет, а он такой тюфячок ходит и от мамы оторваться не может. Потому что его всю жизнь там оберегали. Он не прошел вот этот этап, когда становление мужчины. Вот. Не обязательно драки какие-то, это же не показатель того. Главное, чтобы он там имел правильное представление, правильные взгляды, правильные мысли, правильные действия мужские. Если это будет все присутствовать и без драк, то это замечательно. Есть же другие сейчас моменты, сейчас есть секции, бокс и так далее. Когда я рос, у нас только борьба была, куда можно было пойти, позаниматься, там сами где-то собирались. Наверное, из-за этого мы и дрались. А если бы у нас были какие-то секции, сейчас, мне кажется, в любом регионе пойди, посмотри, есть спорткомплексы, залы, где ты можешь потренироваться, вот эту вот свою энергию выпустить. То есть это показатель для того времени, что нужно было как-то проверять. Сейчас есть масса других вариантов, куда прийти и проверить себя, и, по-моему, там свою энергию выплеснуть. Не хотелось бы сгущать краски на палитре восприятия мира, но все же в последнее время кажется, как будто бы портреты его героев несколько изменились, измельчали, ссутулились над пятнашками клавиатур и несколько пообмякли в VR безмятежности бытия. И это закономерно. Мышечные каркасы современных мужчин решают их современные задачи. Скролл на айфоне, нажатие кнопки на кофемашине, хлопок, чтобы погасить в умном доме свет. И только единицы, вобрав в себя весь героический пафос всего древнегреческого эпоса, способны проявлять свою физическую силу в ее первозданном смысле, без ограничений и иногда без правил. Я слышала, возможно, это ошибочная информация, вы развеете мой миф, что вот это владение силой на профессиональном уровне накладывает определенную ответственность. Ну, вплоть до того, что если вдруг случилась драка на улице, и один из ее участников мастер спорта, да, или имеет какие-то регалии, что это даже на него там определенную какую-то другую такую ответственность накладывает. Как холодное оружие учитывается, да. Да? Ну, да. А вы чувствуете вот эту повышенную ответственность в связи с вашей силой, ну, не в контексте уличных драк, а вообще глобально по жизни? Ну, конечно, мы разумные люди, понимаем, что там какие-то бытовые вещи, если происходят, то ты просто рукой махнул. Зачем тебе доказывать что-то там кому-то? Ты уже давно-давно все доказал, и старайся обходить все эти ситуации. Если, конечно, будет ситуация, когда там будет угроза тебе и твоим близким, тогда, ну, слушай, вариантов не будет. И то ты будешь думать, как бы там это все помягче. А так, естественно, ты обязан, ну, думать о том, что как бы на тебе больше ответственности, больше полномочий, ты должен быть более сдержанным. Опять же, здесь мы возвращаемся к той же дисциплине, выдержке, потому что тебе надо себя сдерживать, обходить этой ситуации. Говоря про эмоциональную составляющую, всегда ли вот этот выпуск своей силы, такой истинной, которую мы наблюдаем, да, на ринге, связан с внутренней агрессией? Или это не взаимосвязанные вещи?
Да нет, я думаю, я абсолютно спокоен в жизни. Не знаю, у меня нет такого, что я хожу и тужусь, думаю, кого бы там гусить или ударить, еще что-то. Нет. Такого, что вы себя как-то специально злите перед боем? Нет, такого нету, спокойно. Я понимаю, что это моя работа, мне нравится. Начнем с того, что мне нравится, чем я занимаюсь. Если бы мне не нравилось, я бы не смог уделять столько времени. То есть, как мы знаем, профессиональные спортсмены и... Скажем так, их работа, жизнь, она полностью сплетена. То есть ты большую часть своего времени посвящаешь своей работе. И когда ты выходишь, это вот такая вот вершина айсберга, то вот бой. А то, что мы не видим, это вот, вот под водой вот столько скрывается. Соответственно, тот накал, скажем так, та нагрузка, которая была, и ты там, допустим, выиграл бой нокаутом, и эти эмоции, которые в тебе там, они просто вырываются, как вулкан. То есть нет такого, что ты... ходишь там, хочешь кого-то что-то сделать. Нет, это просто сама, скажем так, работа огромная. И когда ты ее сделал хорошо, и ты понимаешь, что да, я не просто так это все делал, и как будто изнутри выпускаешь этот пар вот так. Как пружина, да, такая сжатая. Сереж, вы упомянули, что жизнь профессионального спортсмена на 2/3, то и на 3/3 это и есть спорт. И в моем личном восприятии профессиональные спортсмены как гениальные музыканты, когда вот вся твоя жизнь посвящена тому делу, которое ты себе выбрал. Есть ли в такой жизни место женщине, где там спутница жизни? Ну, как говорится, надо быть всесторонне развитым, поэтому, конечно же, если ты шустрый и так далее, ты всегда уделишь время везде. Но если будем с вами так честны друг с другом и откровенны, то женщина никогда не станет более приоритетнее, чем спорт, чем твоя внутренняя дисциплина, чем твой график. Ну, ты же изначально, когда как бы там начинаешь вообще все эти движения, ты же объясняешь человеку, что и как. Поэтому понимает, либо принимает, либо не принимает. Все же, на самом деле, у нас в нашей жизни просто никаких сложностей нет. Ты доносишь то, что есть, как есть. Либо нравится это человеку, либо не нравится. Это же не просто встретил человека, ему четко все изложил, и пошли дальше. Это же там чувство, да, какая-то такая вот история, что, я не знаю, с утра понежиться, а женщина может заставить, нежели идти на тренировку. Такое бывает с дисциплинированными спортсменами? Или ну, это я невозможно? Взращивался в других условиях, не знаю, может, в регионах. Как бы у нас чуть... мужчина чуть это, может быть, по-другому. Как бы мужчина, он везде мужчина. То есть ты и дома мужчина. Всегда должен быть стержень и так далее. Но я не знаю, как у всех по-разному. Но мне очень интересно, как у вас. Я старой закалки человек. В общем, первым делом все-таки самолеты. Первым делом самолеты, да. Вы упомянули про некий семейный уклад, и я в связи с этим вот что, о чем подумала. Я читала, что, опять-таки, лучше из первых уст, да, вы мне немножко скорректируете, если я буду не права, ММА изначально его ошибочно называют, да, боями без правил, что там все-таки есть какие-то правила. Вы по жизни... любите соблюдать правила или, наоборот, больше любите их нарушать? На самом деле это такой вопрос двоякий. Есть правила же разные, правильно? И есть правила адекватные, есть правила неадекватные, да? И многие там ребята боясь, что есть какие-то правила, уставы, и они из-за этого могут там не раскрыть свои таланты, к примеру, да? Если мы берем в общем. Я думаю, что самое главное – это золотая середина должна быть. Есть же и хорошие правила, есть и нехорошие правила. Если у тебя есть понимание добра, зла, да, вернемся к этому, и ты будешь всегда выбирать золотую середину, то ты не промахнешься. Если мы говорим о правилах в семье, например, должны ли они вообще существовать? Должны ли они как-то проговариваться, может быть, даже прописываться? Ну, я думаю, это еще мать должна объяснять своей дочке, что мужчина – это главный в семье, как бы все идет за мужчиной. Женщина за мужчиной должна быть. Я... Ну, это мое мнение, я так воспитывался, да. И вот эти, которые там сейчас новые какие-то тенденции идут непонятные, я этого никогда не пойму, потому что
Мужчина – это воин, добытчик. Женщина – это хранительница очага. И она никак там не сможет. Может быть, там как-то сейчас меняется, но все равно мужчина есть мужчина. Если, конечно, его воспитали как мужчину. По-другому не дано. Вот. Так вот. Многие мои подруги, те, кто не замужем и в поиске своего единственного, практически в 100% случаев формулируют свою мечту о неком, да, мужчине, как «я хочу сильного мужчину рядом с собой». И даже, наверное, больше имеет место формулировку про некое сильное плечо. Что хочу, вот, чтобы опереться на сильное плечо. Если фактически рассматривать сильное плечо, то вот оно вот как ваше. Да? Примерно такие параметры имеет. Но я уверена, что каждая женщина в это сильное плечо вкладывает ну, что-то свое вот такое, да, про мужскую силу. Все-таки вот в вашем понимании мужская сила — это что? Ну, это же такое большое растяжимое понятие. Не значит, что должен быть физически, там, не знаю, он огромный. Женщина за мужчиной, ну, я думаю, это она объясняет всю формулировку, что все основные какие-то моменты, конечно же, не лежат на бремени мужчины. Но сейчас мы смотрим тенденцию, что девушки, женщины, там, как разного, мне кажется, поколения, хотят, чтобы был крепкий мужчина, но при этом был и тюфяк. Так не бывает. Если ты находишься рядом с крепким, сильным мужчиной во всех аспектах, то и на тебе лежит большая, скажем так, нагрузка, потому что это не просто так, что там, пришел, там, поулыбалась, глазки посмотрел и так далее. На тебе тоже большая работа, которая там, не знаю, ну это все, я думаю, матеря должны объяснять, чтобы девочки впитывали. То есть не бывает так, что один человек трудится, мне кажется, это работа двоих людей. И тяжелая работа. Каждая женщина хочет видеть рядом с собой сильного мужчину. Но, возможно, это мужская сила, равно как и женская красота. И есть лишь угол преломления света на сетчатке смотрящего. И упражняться надо не столько в поиске сильного мужчины, сколько в том, чтобы иметь возможность эту силу заметить и рассмотреть. Передвинуть мебель, особенно когда она дубовая, да еще и конца 19 века – сила – сила. Встать к плачущему ребенку четвертый раз за ночь, чтобы ты выспалась – сила – сила. Отказаться от соблазна – сила. Сказать правду – сила. Промолчать, даже если ты в истерике кричишь ему в ухо и в сердце – это сила. Защитить от хамства, от цинизма, от равнодушия мира – сила. Сила бывает разной. Главное – не забывать про свет на сетчатке. Сереж, вы периодически апеллируете к матерям, ну, как к некому, да, тоже такому традиционному укладу, когда мать передает дочери там, какие-то правила или каноны взаимодействия с мужчиной. Но это же тоже все складывается из социального контекста. Я думаю, огромное количество матерей не имело возможности в своей жизни взаимодействовать с сильным мужчиной, за которым ты можешь находиться. Потому что, ну, хотя бы даже если взять историю нашей страны, зачастую так складывалось, что все было на женщине, потому что разные обстоятельства. Оставим матерей и спросим у вас про вот эти каноны того, как женщина должна взаимодействовать с сильным мужчиной. Я думаю, что все эти вещи, они впитываются в раннем возрасте. То есть ты смотришь уклад семьи, в своей семье, там, видишь, что отец всегда мужчина главный, мама за ним сглаживает там ситуации. И мне кажется, ну, может быть, и есть сейчас как-то какие-то, там, не знаю, психологи, школы и так далее, там, объясняют это было бы хорошо. Но все-таки мне кажется, что это все перенимается из семьи. А то, как там родители передадут, все это объяснят, и тогда это, мне кажется, даже объяснять не надо, разговаривать об этом не нужно, потому что будет так понятно, это все будет как по маслу идти. Как ни крути, у всех свои роли есть, да? Семья — это тоже такая штука, у каждого там своя роль. И в разные семьи, я говорю именно про то, что как я вижу, как я воспитывался, как я считаю, что это правильно, что мужчина, он занимает свою, скажем так, ступень, женщина свою, за.
И, как правило, такого формата семьи, мне кажется, передавались от матерей, потому что она объясняла, что вот мужчина там где-то может спылить и так далее, ты не должна там с ним лоб в лоб биться, потому что все-таки это его стезя. Женская стезя, она чуть другая. И я думаю, что никакой мужчина не сможет это объяснить женщине, кроме как там такая же женская, не знаю, там, натура в лице матери. Опять мы возвращаемся к ней. Вот. Мужчина сможет там передать и объяснить какие-то вещи парню, там, сыну, да, более лучше, потому что, ну, он мужчина. Не зря же есть два пола, о том, что мы все-таки все равно чуть разные, и чтобы хорошо впитывать и передавать, должен тебе такого же, вид такого же пола, все это рассказать, объяснить, как должно быть. Если мы говорим о некой женской силе, точнее, даже не так. Это, я бы по-другому сформулировала, это некий тренд на то, что женщина такая очень как бы самостоятельная. Я все сама. И если я могу в 5 утра встать и поотжиматься, сколько мне надо, могу сама зарабатывать деньги, есть ли у меня шанс при этом быть за мужчиной? Как вы считаете? Я только могу с точки зрения мужчины вам сказать. Конечно, это самое интересное, самая интересная точка. Я не знаю, конечно же, если захочет, если она хочет быть за сильным мужчиной, то, конечно, она будет принимать те условия, которые он ей предложит. Потому что он диктует правила. Да, будем называть вещи как есть. Он диктует правила. Если она же захочет, там, чтобы там, нормальный мужик был с ней, да, то ей придется, скажем так, свои хотелки перечеркивать и принимать то, что ей скажет мужчина. И все. Вот так вот. Другого не дано. Ну, как бы не сможет по-другому быть, если она захочет, чтобы рядом был достойный парень, да. Но он не пойдет там на какие-то ее... Потому что у него уже есть понятие, уклад и так далее. Девушке придется меняться, да. Но ваше понимание, ваше видение женственности совместимо вот с тем, что женщина может быть сильной, самостоятельной, независимой? Или это некие враждующие понятия? Ну, смотря что вы вкладываете, сильно независимое. Вот я могу, например, Царство Небесное моей мамы сказать, что это была очень сильная женщина, которая была очень женственная и так далее, потому что то, что она там, скажем так, пережила, могла и так далее, это очень сильный человек, который, не знаю, в некоторых моментах сильнее, чем мужчины. Мужчины просто не смогли эти ситуации. Но это в другом направлении. Это про какую-то силу духа? Ну, как хотите, обзовите это слово или назовите. То есть, мне кажется, ни один мужчина не смогут там выдержать, да? То, что какими обладает качествами женщина. Но, тем не менее, в этот момент она находилась в семье, и как бы отец всегда был главный, да? То есть, опять же, все зависит от того, чего хотят люди. То есть, ценности были другие. Семья превыше всего и так далее. Оставим женщин в покое. И перейдем к мужчинам. Сергей, скажите мне, пожалуйста, что это за такая вот история? Я понимаю, что она длится испокон веков, с момента сотворения мира. И тем не менее, когда одному мужчине нужно доказывать другому, что он сильнее. Что это за природа чувства, когда ты кого-то победил? Ну, мне кажется, это здравая конкуренция. Наверное, так. Потому что все мы знаем, что все мужчины воины, да, там, по своей... В натуре просто это все меняется, и в любом случае ты должен к чему-то двигаться, чего-то достигать. Кто-то достигает там в своей сфере по-другому. У меня спорт, и мне приходится там выходить и сражаться. Моя задача выигрывать. То есть сейчас мир настолько разнообразен, что ты можешь доказывать сам себе в разных отраслях по-разному. Вот. Ну, я думаю, что это всегда присутствовало. Без этого было нам неинтересно жить. И скучно. Само вот понятие и, скажем так, наше мужское, оно бы атрофировалось, потому что это то, что поддерживает нашу жизнь. Самый, скажем так, смак, интерес, когда мы к чему-то стремимся, стремимся. И никакие же деньги ничего не приносят такого удовольствия, когда ты поставил какую-то цель, как бы ты тяжело ни шел, и чем тяжелее ты к ней идешь, и ты достигаешь ее, вот эти вот минуты, не знаю, там, часы или сколько-то времени, это самое... то счастье, которое тебе доставляет, что ты проделал большой труд, неважно какой, но ты его достиг и получил нужный результат. Это самое такое ценное. Когда я готовилась к нашей беседе и смотрела ваше интервью, у меня, я честно поделюсь, сложилось впечатление, что вы
такой очень большой и очень добрый человек, очень добродушный. При этом вы, в принципе, я понимаю, что это профессия, спорт, основной вид деятельности, но глобально в рамках него вы регулярно заставляете других людей страдать и терпеть физическую боль. Как у вас это уживается? Вы вообще испытываете жалость к тем, с кем вы взаимодействуете? Ну, начнем с того, что это профессиональный спорт, и там, скажем так, профессионал своего дела. То есть это люди осознанно идут и занимаются этим. Это ж не происходит, что там берешь слабейшего и просто тому что-то делаешь. Нет, это такие же подготовленные ребята, это наша работа, где мы, скажем так, проверяем, кто из нас лучше. И всегда, как бы, после того, как подрались, там ни разу не было, что ты как-то смеялся или подсмеялся над там травмами или еще что-то своего оппонента. Всегда на уважении, все понимаем, что это спорт, и самое главное — сохранить здоровье. Поэтому такого злорадства нет. А в плане доброты, ну, мне кажется, это опять же от воспитания. Ты как воспитывался, какие у тебя цели, взгляды, и что ты считаешь, как тебе идти по этой жизни. Я считаю, что нужно оставлять хороший след. Понятно, сейчас такая тенденция, что типа надо не стесняться показывать, кто ты есть. Ну хорошо, если он там алкаш, наркоман, и что, это ставить пример, показывать, что это хорошо? Нет. Я считаю, что у каждого человека есть свои недостатки. Но мы же хотим быть лучше, мир же двигается куда-то вперед, и наоборот, наши недостатки, их надо стараться скрывать, а лучше показывать, чтобы подрастающее поколение смотрело, что надо становиться лучше. Добрее, добрее, конечно, как не бывает, скажем так, добра без кулаков. Старая наша русская поговорка. Прекрасная, я никогда не слышала. А если мы затронули вот такую тему, так скажем, мужской, широкой, да, большой души, как вы при своем очень большом и сильном физическом теле, позволю себе такой вопрос, проживаете какие-то тонкие моменты? Я, например, там общалась с предыдущими героями, они говорят, что есть некий тренд сейчас на проживание особенной чувствительности в мужчинах. Там, когда мужчины слушают классическую музыку и там как-то себя тренируют, развивают свою душу, какие-то трогательные моменты, сентиментальности вы себе позволяете или так не принято настоящих мужчин? Ну, опять же, вернемся, наверное, где я рос. Мне кажется, вот эти все самые вещи, они закладываются в подростковом возрасте. Я, наверное, рос в такой среде, что у нас этого не было. Сейчас, конечно же, дай бог, чтобы никогда не воспользовался, существуют психологи. Если кому-то помогает, хорошо. Депрессия. В моем, скажем так, в моей жизни нет такого слова «депрессия». Что значит депрессия? Ты просто взял себя в кулак, пошел там заниматься дальше действием. Мне кажется, лучшее средство от любой депрессии – это чем-то заниматься. Неважно чем, но не сидеть дома там, да, и так далее. И если человек будет трудиться, как мы знаем, труд облагораживает человека, то все будет хорошо. То есть что-то случилось, ты так вот кулаки сжал, просмотрел с холодной головой, дальше двигаться. Жизнь идет. Как бы, что ты сделаешь? Ничего не поделаешь. Как много сил помогли человечеству выжить и продолжиться по самые наши дни. Достаточно безмятежные в сравнении с выживательным прошлым предков. Физическая сила, мышечная, умственная, гравитационная, в конце концов. Но если вдуматься, кажется, как будто бы все они являются лишь упрощенной версией некой силы высшего, совершенно иного порядка, не требующий своего применения ни в борьбе, ни в сопротивлении, ни в защите. Некой силы небес, которая по забавному стечению обстоятельств пульсирует в каждом земном человеке. В русском языке есть устойчивое выражение «бороться за любовь». И еще одно тоже – завоевывать женщин. Я уже поэтому вашу жесту понимаю, что это любимый тип вопросов. Вроде бы зачем женщин завоевывать? Вроде как и не крепость, и не вражеская территория. Вы, управляя силой, являясь профессиональным управленцем в этой области, как относитесь к таким завоеваниям? Возможно вообще любовь завоевать? Ну вот. Сюда подходит очень хорошая фраза. Мне кажется, я отвечу этим. Юлий Цезарь, по-моему, сказал:
Очень давно. Вот так и женщина это работает. Пришел, увидел, победил. Все. Другого не дано. Технологии победы каковы? Ну, это я уже буду, как там, гайды сейчас запускают. Туда дальше оставлю, буду об этом рассказывать. Мы сделаем платный курс, рекламу в описании. Наверное, иметь цели. Цели абсолютно разного плана и в жизни, и там, в семейной истории и так далее. Если они у тебя будут, то и желание большое к этому, то никаких проблем не будет возникать. Я совершенно случайным образом перед нашей беседой увидела где-то там на просторах сети высказывание о том, что очень красивые женщины обладают такой как бы силой сродни вот очень сильному физически мужчине, что это может быть там отчасти опасно, отчасти это можно там очень выгодно манипулятивно использовать. Для вас красивая женщина – это опасность или нет? Начнем с того, что у всех разные понятия «красивая женщина». Для меня как бы самое главное, вот, в моем понимании, женщина, да, это добрая, скромная, которая... мне кажется, имеет воспитание. Этикетка это же. Сейчас в наше время, мне кажется, можно с любой девушки слепить принцессу при наших технологиях, да? Поэтому чуть, видите, вектор изменился у нас в наше время. Смотрят на этикетку, а не смотрят вглубь. Если бы, ну, мне кажется, в целом большая проблема, хоть с одной, хоть с другой стороны, если бы смотрели немножко вглубь, а не на то, что навешано на нас, было бы гораздо, мне кажется, крепче и правильней. Как смотреть вглубь женщины? Ну, то есть смотреть на ее поступки, на ее отношение к мужчине. Вот видите, вы все знаете. Конечно. Я вам подсказываю. Да, как бы тут воспитание ты смотришь, как бы, как человек воспитан, ее поведение и так далее. То есть много аспектов. Я, например, старой закалки воспитания, сейчас же молодые ребята, кому-то важно совсем другое, кому-то важно, чтобы там этикетка была хорошая. Сереж, если бы вы могли описать слово «женщина» тремя словами, каким бы это были слова? Ух ты. Что тут можно сказать? Вера, надежда, любовь. О, отлично. Сколько ни прикидывайся нежным хрупким ландышем, пытаясь подчеркнуть свое уважение к мужской силе. Сколько ни маскируй свой боевой раскрас амазонки под тренды весеннего макияжа, а все-таки этот внутренний мускулистый чертик из табакерки идеи о гендерном равенстве нет-нет, да и проснется в самый неподходящий момент. Когда кто-нибудь захочет закрыть твой счет за кофе или помочь на шиномонтаже. И не исключено, что все-таки истинной миссией моего женского воплощения является как раз-таки держать этого внутреннего качка в руках. И с уважением, чтя все подвиги Розы Люксембург, все-таки помнить, что главная моя суперсила в том, чтобы все получать без борьбы. Что отличает героев от воинов? Лично в моем понимании герои всегда борются за, а воины против. Герои отдают все, чтобы спасти других, а воины завоевывают все себе. Герои посвящают свою силу миру, а воины отнимают силу у других. И будучи мамой двух мальчиков, я совершенно точно могу сказать, что абсолютно все мальчишки рождаются героями. Живут как герои, рассуждают как герои, мечтают как герои. И еще я верю в то, что это не проходит. Просто забывается со временем. Кстати, если попробовать относиться к каждому взрослому мужчине как к человеку, который когда-то давно был героем, то, возможно, вот так вот ненароком взять и зауважать весь род мужской. И начать относиться к нему с невероятной нежностью. А скажи мне, истинные воины, они вообще за что борются? За свой город. И за свою семью. А какие еще есть в жизни ценности, за которые ты готов бороться? Например, наверное, за моих друзей.
А кто такие настоящие герои? Они борются в своем мире за мир. Как ты считаешь, в чем главная женская сила? Она готовит, например, там. Или за нами ухаживает. Родила абьюзера. А расскажи, пожалуйста, кто такие настоящие мужчины? Он сильный, умный и технологичный. Кто главный в семье? Мужчины. Почему? Потому что, когда ты даешь им шанс управлять тьмой, ты и мужчины дают шанс защищать девочек. Максим, расскажи мне, пожалуйста, кто такой сильный мужчина? Это мужчина, который обладает большими умственными, интеллектуальными и физическими силами и правильно их использует. Ну, как бы тебе казалось, что люди делают, чтобы в себе натренировать умственные, физические и прочие силы, которые для ты перед... Для этого нужен опыт, знания и тренировки во всех смыслах. Разговоры с разными людьми, тренировки, как тренировки физической силы, знания. Если бы ты себе мог выбрать суперсилу, какая она бы она была? Я не знаю. Просто с большой силой приходит большая ответственность, и я пока не готов. Кто такой настоящий герой? Это тот, кто использует все свои силы только во благо. Герой может совершать ошибки, но это не значит, что он не герой. У героя не обязательно должны быть большие физические силы. Он должен любить, он должен быть добрый, он должен быть умный и щедрый. А как ты считаешь, вообще современная женщина нуждается в защите, или она может и сама за себя постоять? Нуждается, одним словом. Лука, расскажи, пожалуйста, зачем мужчинам нужна сила? Чтобы защищать девочек. И еще, чтобы девочки все бегали за ним. А как ты думаешь, чем мужская сила отличается от женской силы? Ну, женщины, им нужно быть красивыми, а мальчики, им надо есть много полезных вещей. Ну, брокколи, кашу, все такое. А как ты думаешь, Лука, а почему мужчины все время дерутся друг с другом, борются? Они спорят, это говорит, это моя девочка, а другой говорит, это моя девочка. А как ты считаешь, мужчины в основном спорят только из-за девочек или есть еще какие-то поводы? Больше не знаю поводы. Я вообще с тобой согласна, мне кажется. Человечество не знает других поводов. Да. А скажи мне, Николай Николаевич, как ты думаешь, как вообще мужчина может понять, что он сильный? Сильный сразу не вступает в драку. А они решают конфликты сразу силой. Ну, сначала они разговаривают, если уж не получается договориться. В крайних случаях можно только силу использовать. Я так думала. Прекрасное суждение. То есть, а те, кто сразу лезет в драку, значит, они не очень сильные. Ну да, значит, они слабые, наоборот. Сила не в том, что можно поднять что-то тяжелое. Сила в характере. Вот ты мог бы себе выбрать абсолютно любую суперсилу. Какую бы ты выбрал? Останавливать время там. А зачем тебе останавливать время? Ну, чтобы решать там всякие конфликты. Хопа, остановил время. Или перемотал назад. И все, конфликта нет. Все всегда заканчивается миром. А какой твой самый любимый сильный зверь? Лев. А почему лев самый сильный? Потому что он со мной дружит. С тобой дружит лев? Он живет внутри тебя? Да. Кого вы защищаете вместе с твоим львом? Человеков. Какой ты сильный! А как ты думаешь, в чем разница людей, которые дерутся по-хорошему и дерутся по-плохому? Дерутся по-хорошему люди, они дерутся, потому, ну, чтобы спасти человека, и за жизнь дерутся. А плохие люди дерутся, ну, за деньги или за что-то другое.
Габриэль, а как ты считаешь, в чем главная сила твоей мамы? Главная сила моей мамы, это, я думаю, что это любовь. И что она нам эту силу сильно дает. Ой, мама, просто... Ты просто супер. Ты меня довел до слез. Как ты себе представляешь понятие «духовная сила»? Например, там, быть храбрым, не вешать нос, не обижаться, не сдаваться. А как можно воспитывать в себе силу духа? Идти навстречу страхам своим, побороть их. Федор, а как бы тебе казалось, мужская сила отличается от женской силы? Девочки сильнее по умственной силе, а мальчики по физической. А как ты считаешь, как тебе нужно развивать твою силу? Стараться сделать так, чтобы все получилось. И если там что-то не получается, то не сдаваться и читать много книжек и хорошо учить уроки. Ну скажи, этому миру нужны герои? Да. Для того, чтобы спасать людей от зла какого-нибудь или от войны. А как ты считаешь, что самое главное зло в этом мире? Убивать других людей. Какими качествами должен обладать настоящий супергерой? Любовь, добро, забота. Мне кажется, это самое главное. А можно я задам один вопрос? Да. А можно тебя обнять? Да.